Бхагишаджасвабадане Лакшмирджаса чабакшаси Джасьясте хиде самбихир Твам нишингамахам хаджи Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари. Нитянанда пададандам джесам хиткарникалай тешану дасасмиахам. Нитянанда пададандам джесам хиткарникалай тешану дасану дасасмиахам. Гаудия Гаудия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Чакар Прабхупад Jagadguru told the moment we are going to disconnected, get disconnected from Nityananda Anantadev Charan. Гурджа Гоштхипати Сисила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что в тот момент, когда мы отвлечемся, забудем про лотосные стопы Нитьянанды, то тогда в тот момент все проблемы придут к нам. Гурджа Гоштхипати Сисила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру сказал, в тот день, когда мы забудем, потеряем связь с Нитьянандой, то все проблемы, беспокойства, они придут к нам и будут беспокоить нас. На самом деле, не призвав Нитьянанду Баладева внутрь нашего сердца, мы не можем совершать баджан, это невозможно. Любые храмы, которые мы основываем, создаем, то вначале нужно призвать Анантадева, чтобы он явился и стал основанием для этого храма. Если Анантадев не снизошел, то в этом случае мы не можем основать никакой храм. Это невозможно без его милости, поскольку Хари Ананта, Хари Рупа Ананта. Наше сердце, оно очень скверно. Оно полно зависти, лицемерия. Внутри нашего сердца нет места никакой третьей личности, насколько мы эгоистичны. И много людей хотят жить просто как эгоистичным образом и в этом состоянии. Если мы примем Харинам Дикшу, то все, что мы делаем в таком состоянии, все бесполезно. В начале всего, по милости Гуру и Вайшнавов, Нитьянанда Прабху Баларам, он помогает нам различными способами. Вначале всего, когда дживатма практически избавляется от материальной обусловленности, когда надоела вся ее материальная жизнь, то в этом случае Баладев смотрит и посылает посланника. Как вот в этом стихе говорится, вначале Баларам смотрит, поскольку из-за нашей власти, денег, если кто-то думает, что может благодаря этому обрести садусангу, то это не так. Садусангу нельзя обрести просто из-за того, что у нас достаточно денег. Вы уже знаете эту шлоку из третьей песни. Бхутани бхавьяни джанардана сья
Я имею в виду посланники Джанардана Бхагавана, они скитаются по всему миру, чтобы найти такую душу, которая, по крайней мере, не будет совершать никаких оскорблений, и они ищут, как организовать ситуацию, таким образом, чтобы они пришли к лотосным стопам Садхгуру. И поэтому все посланники Джанарданы, они путешествуют по всему миру в форме гуру. В форме Садхгуру. И вот они в форме Садхгуру Вайшнавов путешествует по всему миру. И Нитьянанда Прабху пришел в этот материальный мир в различных формах. На самом деле, все, что мы видим в этом материальном мире, все, что мы видим, все это в категорию Вишварупа попадает, поскольку все, что мы видим, все, что чувствуем, это все Вишварупа Бхагавана, его вселенская форма. Вы знаете, старший брат Махапрабху, его звали Вишваруп. И Вишваруп и Анантадев Нитьянанда, они не отличны друг от друга. Нитьянанда и Вишваруп, Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати, говорят, они не отличны друг от друга. И на самом деле Нитьянанда Прабху, он главный. Он первое проявление Гуранги Махапрабху с своим Руп Бхагаван, как Баладев, он первое проявление Бхагавана Шри Кришны. И Шрила Прабхупад говорит, в то же самое время он Сева Виграха. И Сева Виграха. Сева Виграха. Это применимо только к Нитьянанде и Баладева. Нитьянанда Баларама, они не отличны друг от друга. Кто-то может спросить, почему кто-то украшает Баладева этим пером павлина. И вот такие люди обычно пишут всякую ересь про Баладева. И вот они пишут, что Баладева раса невозможна. Раса возможна только для Кришны. Такие люди утверждают так, что Баладев раса невозможна. Но вроде какие-то знаменитые эти писатели пишут такую ересь. Но на самом деле они не знают эту Сиддханту, что Прабхупад говорит то, что Баладев, я имею в виду Нитьянанда, у Нитьянанды есть особенность. И вот Баладев и Нитьянанда, они онтологически не отличны друг от друга в том смысле, что они первое проявление Нанданандана Шри Кришны, и они как Севья Виграха и Севак Виграха. Шрила Прабхупад говорит, это особенность Баларама, он Севья Виграха, то есть тот, кто служит и кому служит. Даже Кришна служит Баларама. Гуранга Махапрабху хотел служить Нитьянанде, я много вещей хочу рассказать об этом. И вот Шрила Прабхупад говорит, хотя Баладев, он Севак Виграха, I mean original Севак Виграха, still only and only Баладеви Махараджа has this kind of, you know, speciality that like Нанданандан Бхагаван Шри Кришна, he can also do Рас. И вот хотя он Сева и Севья Виграха, но также он может совершать Расу. И в Бхагаватам описывается, вот в Мадхумаду, в эти два месяца, Чайтра и Вайшак, в Бхагаватам говорится, что в эти два месяца Баладев, он приходит в этот Вриндаван.
и совершают расу в уча Дауджи Обигауни, Баладе в Расастхале. В том месте есть множество свидетельств, как Баладев, он зовет Калинди, иди сюда, она не хотела идти, он наказал ее, он взял плугами, река, по-моему, ее изменил ее русло, и там можно видеть Ямуна, где течет, там Баладев, он изменил ее русло, и таким образом Баладев совершает расу по желанию Кришны. Это очень важная сиддханта. В мире столько запутанностей, многие ачарьи пишут против Нитянанды Баларама, пишут, что Нитянанда Баларам никогда не мог жениться и прочую ересь, но по желанию вайшнавов я написал опровергающие статьи, но им нечего было ответить. Но эти люди перед тем, как уйти, много плохого сделали, утверждали, что Нитянанда Саньяси не может жениться. А Васуда и Джанова были просто эти ученицы женщины. И вот такие люди пишут такую ересь, им некоторые еще и слушают. И вот таким образом можно ответить на все эти вопросы. Баладев, он совершает расу по желанию Кришны. И в то же самое время Баладев совершает расу в отдельной группе, не в той группе, где Кришна. Поскольку Бхагаван Си Кришна он совершал расу с Шатакоти Гопи, с миллионами гопи, но у него отдельная группа. И Баладев, он совершает расу с отдельными этими гопи. И таким образом, мы можем доказать, что это возможно для Баладева совершать расу. Это все одобрено в Бхагаватам. И эту шлоку вот мы можем обсудить, я уже говорил раньше, они. И вот таким образом Баладев Нитянанда, он Севья Виграха и Сева Виграха. Вишамбару дижабару жугадхарма палу банде ягат прия кару каруна аватару. Here all the time you see always double, not singular number, not only two дивачан. И вот здесь смотрите, все используется во множественном числе. Вот в английском, если больше одного, то используется множественное число, но на санскрите зависит от количества. То есть здесь единственное число и множественное, перед, и между еще есть такое, где несколько, два человека, скажем. И вот Вриндаван Дас Тхакур Махарши говорит. И вот Махапрабху говорит Нитянанде и Гуранге, поэтому такое двойное число используется. Санскрит очень научный язык, ошибиться сложно там. И здесь особенности. Авадату значит цвет их тела золотой. И вот Гуранга Махапрабху немного другого цвета, как цвета расплавленного золота, но Нитянанда также. Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати объясняет, что Вриндаван Дас Тхакур Махашой он хотел что-то особое сказать этими словами. Он хотел уточнить то, что Баладев Нитянанда и Гуранга Махапрабху, Гуранга Махапрабху, он Верховный Господь. Нет сомнений в этом. Гуранга Махапрабху, он Верховный Господь, все знают об этом. Он Свайямрупа Бхагаван, Верховный Господь в его наивысшей степени. Свайямрупа Бхагаван значит изначальная причина всех причин, то, о чем говорит Брахма Самхита. И то, что
после кого нет никаких причин. Гуранга Махапрабху, я имею в виду Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. Кришна, Кришна Чайтанья. Кто Кришна и тот, кто Кришна Чайтанья, он изначальная причина всех причин, он источник всех аватар. Все исходит из него. И вот таким образом Вриндаван Дас Тхакур, он имел в виду то, что Шри Гуранга Махапрабху и Шриман Нитьянанда, они явились в одно время. Не, имеется в виду не одновременно, но примерно в то же самое время, в тот же период времени. И Вриндаван Дас Тхакур Махашой говорит, эти слова указывают то, что как Радхарани, цвет ее тела, и Вриндаван Дас Тхакур Махашой говорит, они действуют как Ашра Виграха. Как Гуру Таттва Радхарани. И особенность этих слов вот как раз в этом. Шрила Прабхупад говорит, Вриндаван Дас Тхакур хочет показать, что есть изначально Ашрая Виграха, и хочет показать, как служить. И поэтому в форме Ашрая Виграхи, хотя они все вместе, Парататтва. И также Санкиртан в эту особую Кали-югу, он проповедовался Гуранга Махапрабху. Не только с Гуранга Махапрабху, а также и Нитянада тоже, он также этот Махапрабху, он отец Санкиртана, Санкиртана Пита. И также я могу вам показать в Читании Бхагавате, я могу прийти к этому, когда Нитьянанда Баларам, они явились перед Гурангой. И вот сегодня тот день, Титхи, когда Нитьянанда Прабху явился, да, но также, когда Нитьянанда Прабху явился в Гурадаму, в Новодипу, и проявил себя перед Гурангой Махапрабху, совершать севу вместе. Раньше я должен рассказать об этом, не буду подробно говорить, но Нитьянанда Прабху явился в этот день в Вакачакре, в доме Харе Пандита и Падмавати. И вот Чайтанья Бхагавате описывается их Кришна Лила, Рама Лила, и после этого один саньяси пришел в доме. И вот саньяси пришел в дом того Харай Пандита. И уходя, он хотел попросить что-то. Харай Пандит сказал, проси все, что хочешь, я готов дать. И в итоге тот попросил его сына. Харай Пандит, когда услышал, что саньяси хочет забрать его единственного сына, и он упал без сознания, и таким образом обещание значит обещание, он пообещал, что делать. И вот Нитьянанда Баларам вынужден был уйти вместе с этим саньяси, и так они посетили все святые места по всей Индии. И вот в течение 20 лет они так путешествовали. И как также Баладев перед началом Курукшетры, во войне на Курукшетре, то Баладев, он тоже взял разрешение и посетил все эти святые места, что и Нитьянанда. И в итоге они дошли до Вриндавана и на берегу Ямуны, и там остались. All day and night, going to play with those Vrajavasis, I mean, cowherd boys, playing all the time. And all the
И вот они являли там свои лилы и даже не ели ничего буквально. И когда Гауранга Махапрабху явился, да, он явился, но когда он проявил себя как Верховный Господь, то в этом случае Нитянанда Прабху, он понял, что я могу пойти и присоединиться к моему младшему брату. И тогда Нитянанда Прабху пришел сюда, в Навадвипу, и принял прибежище в доме Нанданачари Бхавани. И вот Гауранга Махапрабху сказал, что ночью перед преданными я смотрю, и вот мне приснился сон, что колесница Баларама Талададж, ее звали. И Гауранга Махапрабху сказал перед всеми преданными, что ночью я видел, что к нам приходит великий Махапрабху в Навадвипу. И вот перед моим домом он оставил колесницу, снизошел с нее и спросил, это ли дом Нимай Пандита. И Гауранга Махапрабху сказал, так и я думаю, что уже кто-то пришел. И вы все идите ищите эту великую личность во всей Навадвипе. Идите ищите, где же этот Махапрабху пришел. И так, поэтому все преданные по наставлению Гауранги Махапрабху пошли искать во всех местах в Навадвипе, в разных местах, но нигде они не нашли никого, о ком Махапрабху имел в виду. И вот они не нашли никого и пошли к Махапрабху спрашивать, где же тот Махапрабху, о котором вы говорите, мы не можем найти его. И Гауранга Махапрабху сказал, идите со мной. И вот вместе Махапрабху вместе со всеми преданными пошел, сразу зашел в дом Нанданачари Бхаван, в дом Нандачари. И вот как они пришли туда. И вот когда они зашли, он увидел его, тот был полон Кришна Бхакта расы. Вриндаван Дас Такур Махашу, его Гурудев Нитянанда, он последний его ученик. Вриндаван Дас Такур Махашу, он написал так много поэм о нем. И также, прославляя Нитянанду Прабху, в книгах Вриндаван Дас Такура, в Читании Бхагавате, говорится, что если я буду писать об Авадхуте Нитянанде, моем Гурудеве, то эта книга станет очень велика, поэтому я пишу кратко. И вот когда Гауранга Махапрабху со всеми учениками обнаружили Нитянанду, то Нитянанда, закрыв, он лежал там, закрыв глаза, и когда Нитянанда, и когда увидел, что Махапрабху пришел, то вот их встреча состоялась, и это место Нандачари Бхаван, это место встречи, место встречи Нитянанды и Гауранги. Они встретились там друг с другом. И вот оттуда о Нитянанде Гауранга Махапрабху начал говорить так много вещей. И вот Нитянанда начал говорить так много о славе. Нитянанды Анантадева, поскольку не поняв славу Нитянанды,
никто не может достичь лотосных стоп Верховного Господа. Прямо нельзя достичь Гуранги или Кришны Бхагавана. Мы должны следовать этой процедуре Гуру Татвы. Мы должны идти через Гуру при его помощи. И таким образом Гуранга Махапрабху прославлял имя Нитянанды великим образом, чтобы все поняли сокровенную татву Нитянанды. Махапрабху говорит, Нитянанда татва, она очень сокровенна, никто не может понять ее. И поэтому Гуранга Махапрабху, он обсуждает. И вот таким образом Гуранга Махапрабху провозгласил перед преданными: Нитянанда может поклоняться в Йосадеве. Смотрите, Нитянанда, он сам в Йосадеве. Он изначально Гуру Татва, но Вриндаван, но Гуранга Махапрабху говорит, что Нитянанда может совершать Ясапуджу в день Пурнимы, и поэтому мы должны подготовиться должным образом, и где, и как это Ясапуджа совершится, Нитянанда Прабху говорит, в этот Шривас. В доме Шривас я могу совершать это Вьясапуджа. И вот организовали Вьясапуджа, все преданные пришли, собрались. И Гуранга Махапрабху также был занят другими вещами. И когда началось время Вьясапуджа, и вот Шривас Пандит попросил Нитянанду прийти и совершить Вьясапуджа, но Нитянанда не уделил внимания его словам. И Шривас Пандит снова и снова сказал: приходи и соверши Вьясапуджа и предложи гирлянду Вьясадеву, поклонись ему, поскольку по желанию, по благословению Вьясадева мы можем обрести все. Но Нитянанда не слушал, в итоге взял мало и как опьяненный человек. Он шатался так, и Шривас Пандит сказал: твой Шрипад, я имею в виду Нитянанда Прабху, не совершает Вьясапуджа. И когда тот сказал это, Гуранга Махапрабху, Гуранга пришел и перед Нитянандой сказал: давай предлагай мало Вьясадеву, чё ж ты задерживаешься. Нитянанда засмеялся и малу предложил Гуранге. И в тот момент, когда Нитянанда дал эту малу Гуранге, Гуранга, он показал, явил свою шестирукую форму. И таким образом Гуранга Махапрабху явил свою шестирукую виграху, и Нитянанда упал без сознания. И таким образом Гуранга, он все время показывал, что Нитянанда, он олицетворение Кришна расы. И он распространяет прама-бхакти всем. И Гуранга Махапрабху особо сказал, он позвал его, когда тот упал без сознания. Нитянанда Прабху встал: что ты хочешь, та причина, по которой ты пришел сюда, в этот материальный мир, для того, чтобы проповедовать Наму Санкиртан, ты достиг этой цели, я тоже здесь, что ты еще хочешь? И таким образом Нитянанда Прабху, он очнулся, и вот вся лила начала происходить, и мы знаем, то, что Нитянанда Прабху, он открыл Намахату на Гадруме. Намахату значит рынок святого имени, где великие махаджаны, великие эти продавцы святого имени, они могут взять и распространить это святое имя среди преданных. Очень сокровенная философия. За этим значит вся наша Гурвага, Шрила Прабхупад, Бхактивинода Тхакура, они там распространяют Харинам, Кришнанам под руководством Нитянанды Прабху, я имею в виду Нитянанда Прабху. Он
изначально ответственен за всю эту проповедь. Весь мир, вся проповедь во всем мире, она происходит по милости Нитянанды. И вот Нитянанда, он там открыл рынок святого имени, и великие махаджаны, великие ачарьи, они взяли харинам с этого рынка и распространяют по всему имени, по всему миру это святое имя, и мы являемся свидетелями этого. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, он сказал, то, что Намахатта, в Намахатте не должно быть никаких скверных вещей. Намахатта, Нитянанда Прабху открыл Намахатту, и эта Намахатта должна быть всегда очень чиста. Я имею в виду любые скверные вещи, лабха, пуджа, пратишта, любые вещи, которые приходят, они могут осквернить Намахатту. И вот вся наша Гурвага, она проповедует харинам, санкиртан, харикатху под руководством Нитянанды Прабху. Шрила Бхактивинода Тхакур также говорит о себе, как о подметальщике рынка святого имени. Нет, это значит, что Шрила Бхактивинода Тхакур хочет особо сказать, что в Намахатте не должно никакой лабхи, пуджи, пратишти, никакой корысти. Намахатта должна быть всегда чиста, только санкиртана яги должна там быть, только чистые саду должны быть там, никаких обманщиков не должно быть и не должны осквернять это святое место. И таким образом Шрила Бхактивинода Тхакур говорил о себе, как о подметальщике рынка святого имени. И вот таким образом Нитянанда Прабху, мы знаем вот из сочетания Бхагавата, также Нитянанда в полном экстазе совершал санкиртан. Он ходил также с Камандалой и Дандой. И вот в сочетании Бхагавате пишется, Нитянанда Баларам, он выкинул эту Камандалу и Данду, которая была у Махапрабху, поскольку сейчас это бесполезно. Много может быть запутанности насчет этого. Первое то, что люди какие-то, люди говорят, что Нитянанда Прабху, он саньяси, да, саньяси, но все же Аватхут саньяси, у Аватхут саньяси есть особенность, те, кто обычные саньяси, как Нитянанда, как они, например, никогда не носят шафрон, шафроновую одежду, благодаря совету с небес, он услышал голос с небес, что ему нужно носить синюю, такую сине-голубую одежду, но никакие саньяси, брамачари, мужчины не должны носить синюю одежду, поскольку синий цвет — это олицетворение Ананты, бесконечности. Поэтому для того, чтобы выразить почтение Ананта Деву, мы не должны носить такую синюю одежду. И хотя Нитянанда Прабху саньяси, поскольку Нитянанда много путешествовал по всем святым местам с этим саньяси, и перед этим, вы уже знаете, Вишварупа. Вишварупа и Нитянанда, они не отличны друг от друга. Кто Вишварупа, то и тот же Нитянанда, они явились, чтобы организовать все для явления Махапрабху. И вот Вишварупа, он принял саньясу, ушел рядом с Колапуром в Махараштре, одно место, и там Сиддхи, какое-то место Сиддхи как-то зовется. И вот Вишварупа поставил тело и ушел. И так или иначе, Нитянанда Прабху, он явился Нитянанда, он саньяси, но мы должны помнить, что Нитянанда Прабху, он Аватхут саньяси. И вот Аватхут саньяси, особенность некая в Бхагаватам описывается. Гьяноништо, виракто, гьяноништо, виракто,
Madhvakto va anapekshaka. So lingnanam asramam sakta. They can throw their linga. Linga means a symptom. By watching your red brahmachari, a symptom, linga. They can throw all their symptoms and they can travel. И вот в Адхудсане все они могут оставить одежду саньяси и так путешествовать не от, скрыто, то есть не открывая то, что они саньяси. Это не оскорбительно для них, это поскольку они парамахамсы. Они даже могут отречься от своего ашрама, от шафрановой одежды, от данды, поскольку они уже достигли успеха. Это причина, ради которой мы принимаем данду и камандалу. Это причина. Если мы достигнем успеха в этом, то зачем еще что-то нужно? И также Махапрабху говорит, Чайтанья Чайтамрите говорится, Махапрабху однажды говорит, поскольку преданные чувствуют себя как-то неудобно, и вот Махапрабху, он Верховный Господь, он являет Бабу Радхарани постепенно, и вот Махапрабху говорит, и вот он говорит на бенгали, что толку для меня в принятии саньяса. Много раз Махапрабху говорил даже перед Сачима, что я как ребенок, я что-то, может, неправильно сделал, принял саньясу, извини меня. И вот Махапрабху так говорит перед Сачима. И приняв саньясу, Махапрабху, он говорит, так, что толку от моей саньясы, према, это мое богатство. И что толку от этой саньясы? И таким образом мы должны быть очень осторожны, чтобы в Гите также мы находим то, что те, кто не имеют, а те, кто беспристрастны. И вот в Шримад Бхагавад Гите говорится то, что те, кто саньяси внешне, нельзя их так обнаружить, они беспристрастны всегда. И вот они. Те, кто полностью беспристрастны и лишены всяких желаний, и те, кто беспристрастны ко всему, и знаете наверняка, что такие люди, они подобны саньяси, те, кто беспристрастны и не имеют никаких желаний и полностью посвятили себя служению Верховному Господу. Махапрабху уже сказал Чайтанья Чайтамрите об этом. И вот Махапрабху говорит, и вот приняв саньясу, Махапрабху говорит то, что и вот на бенгале говорится, Махапрабху говорит, что он принял саньясу врату. И Мукунда Сева значит, если я посвящу себя ради служения Верховному Господу, то я могу пересечь этот материальный океан. И вот эта мантра, она подобна саньяса мантре, но не совсем. И вот здесь говорится, что если кто-то будет хранить в своем сердце лотосные стопы Нитянанды, здесь слово такое, что сердце сравнивается с лотосом, если внутри в сердцевине этого лотоса, если там есть лотосные стопы Нитянанды, то я слуга слуги такого человека.
И таким образом это объясняется так и сейчас. Это шлока из Бхагаватам, и шлоку из Гиты я уже говорил, там можно найти. Те, кто посвятили себя Верховному Господу. И вот я принял саньясу только для того, чтобы служить Верховному Господу все время. У меня нет никаких других обязанностей. И так я могу пересечь этот материальный мир. Есть другая саньяс-мантра, ее нельзя слух говорить, я не буду говорить ее. И вот, смотрите, Махапрабху также говорит, я принял саньясу, чтобы служить Верховному Господу Мукунде. Я объяснял саньяс-врату во время явления Вишнуприи, может, пару лет назад, поскольку с различных точек зрения каждый год я говорю немного глубже, как-то по-другому. В прежний год я говорил о Сришти Татве, о творении, сотворении. Как Баларам Нитянанда, он служит все Пурушаватары. А в этот год я хочу говорить о другом. И вот Нитянанда, он саньяси, несомненно. И Нитянанда также он Авадхут саньяси. В Бхагаватам говорится, что Авадхут саньяси может отречься от всех признаков ашрама, даже от шафрановой одежды, если он и носит данды, командалы и всего остального. И может так путешествовать, не открывая свою варну и ашрам. Это в Бхагаватам это может быть так. И вот абидхи значит то, что они не обязаны следовать никаким правилам, ни предписанием бидхи. Это правила и предписания на санскрите, а бидхи, соответственно, те, кто не обязаны им следовать. И вот чарит — это слово во множественном числе, если они достигли того уровня, что там они уже могут, они уже находятся за пределами всех правил и предписаний. И эти сахаджи, они спорят на эту тему, что этот саньяса не одобрен в Гаудия Сампрадайе, поскольку Санатан Госвами, Рупа Госвами, они, никто из них не принял саньяса. Махарадж уже в одной книге написал об этом, и также много мы обсуждали, но они не знают значения саньяса. Когда Рупа Госвами подпишет Упадешамриту, можно вспомнить. И вот в Упадешамрите первая шлока такова. И вот все эти шесть вещей должны быть под нашим контролем. Шрила Прабхупада говорит, что не все могут понять это. Некоторые хотят только спорить, но Рупа Госвами Пад, когда писал Упадешамриту, он написал первую вот эту шлоку. Шрила Прабхупада говорит, что шесть видов недостатков, которые есть в обусловленной душе, если кто-то не может контролировать их. Кама, Кродху, Лобху, Моху, Мацаржи. И вот это Кайяманавакья, саньяси значит, чтобы служить Верховному Господу, они должны иметь под контролем свои органы чувств и ум. А если вы не можете контролировать свои органы чувств, вы не можете служить Верховному Господу, поскольку Бхагаван, он Турьявастра, он за пределами этого материального мира. И в начале всего, если вы не можете достичь этого уровня,
вырваться из этого мира, то как вы можете служить ему, если вы находитесь под влиянием этого материального мира? Поэтому первое условие — вы должны контролировать свой ум и другие органы чувств. Для этого вы должны возвыситься на тот уровень, где можете служить трансцендентным Гуру Вайшнавам, иначе вы можете совершить ошибку. У нас нет права говорить или давать советы Гурудеву. Если кто-то как-то ругает Гурудеву, то это значит, что люди такие не понимают Гуру-тату. У нас нет возможности как-то ругать или наставлять Гурудева. Это оскорбительно. И в этом случае ничего хорошего не произойдет. Если мы будем давать советы Гурудеву, то это оскорбительно. И неправильное понимание гуру-татвы. И вот в этом случае значит, что мы вот хотим вот исправить гуру-дева, это нехорошо. И в шастрах говорится, если гуру-дев даже бьет нас, ругает, то у нас нет права как-то мстить ему. И в Бхагаватам в 11-й песне говорится, что если Гурудев как-то жестко говорит, внешне может выглядеть, что он против нас, но это не так. Гурудев, он не может совершить никаких ошибок. Если мы думаем так, то это оскорбительно, и разовьем какой-то анепхилаши, отклонимся от пути Баджана. И Гуру Татва — это очень важная татва. И вот Баладев по Нитянанду я могу сказать то, что саньяс-врата, она уже внутри его. Саньяс-врата — это не значит, что Баладев и Нитянанда, они нарушают саньясу. Сломанная данда и командала — это не значит, что Нитянанда откажется от саньяс-врата и будет заниматься непонятно чем. Нет, саньяс-врата — это внешнее. И вот когда саньяс-врата автоматически внутри вашего сердца, то тогда в Гите я уже сказал, в лекциях по Бхагавад-гите Махарадж уже говорил, что Вишну-прия и Радхарани не наилучшие саньяси, но внешне они не носят одежду саньяси. Внешне это не выглядит, что они саньяси, но они лучшие саньяси. И вот мы должны внешне следовать каким-то правилам и предписаниям, но для Нитянанды это неприменимо, и также для тех, кто возвысились до того уровня, где уже не обязательно следовать всем правилам и предписаниям, и таким образом саньяса Нитянанды, она вечна. Баладев саньяси, Лакшан Махарадж тоже саньяси, поскольку 14 лет Лакшман ничего не ел, постился. Когда Лакшман отправился в лес, чтобы собрать цветы, то все время Рамачандра давал ему фрукты какие-то. Держи. Похоже, он на фруктах только был эти 14 лет. И потом другой кто-то, он тоже ничего не ел, варил только рис на крови, моче. Тоже 14 лет. Бараджи Махарадж. Гуранга Махапрабху, Рамачандра. Гуранга Махапрабху, он тоже являлся в различных формах. И вот саньяса Нитянанда, она вечна. Это не значит, что Нитянанда нарушал свою саньясу. И в Чайтанье Бхагавате сказано, если Гуранга Махапрабху говорит, если мой Нитянанда, он примет даже какую-то мусульманку в качестве жены или пойдет в какой-то винный магазин, то все равно никакие проблемы не заденут меня. Его, он очень чист. Обычно люди не могут понять это сиддханты, я боюсь. Гуранга Махапрабху говорит, если мой Нитянанда примет какую-то мусульманку или пойдет в какую-то винную, то все же
Никаких проблем не может быть с ним, Нитянанда Прабху, он очень чист. И Нитянанда, куда бы он ни шел, он может очистить каждого. И никто не может осквернить сердце Нитянанды, это невозможно. И таким образом Махапрабху, он всегда предупреждает, но все же обычные люди не могут понять. Даже в этой Навадвипа-дхаме, когда кто-то жалуется на Нитянанду, Горанге, то говорят, что твой Аватхут саньяси, он саньяси. Он, почему он жует пан или листья бетеля? Почему? И также слишком много украшений на нем, что это он саньяси или кто вообще выкинул данду свою и ходит с какой-то железной дандой, хотя саньяси запрещено даже прикасаться к железу какому-то. И Гуранга Махапрабху сказал то, что этот браман, кто жалуется против Нитянанды, он этот браман, он учился в школе какой-то. Это не обычный браман, а браман учился с Махапрабху в одной школе. Одноклассник его был. И вот таким образом они подружились и вот Гуранга Махапрабху говорит, не смотрите на украшения. Его это не украшение. Во всем его теле, на его теле это не украшение, а девятисложная бхакти в форме украшений. Это не обычные какие-то украшения. Может, внешне выглядит, но не так. Это вечное. Бхакти — это наше подлинное украшение в душе. Если так много украшений, хорошей одежды, то что толку, если нет бхакти? Бхакти, оно как... То есть, если украшать мертвое тело всяческими украшениями, то толку от этого нет. Если, и также, если нет бхакти, то что толку от всего остального? Бхакти — это подлинное украшение. И вот Гуранга Махапрабху говорит, что это сложное. Бхакти в форме украшений, не думайте об этом. И также разбойники с Навадвипы, они хотели украсть у Нитянанды все это. Но я не буду говорить об этом, но в итоге эти... Разбойники вынуждены были прийти и принять прибежище лотосных стоп Нитянанды. И вот когда они сначала решили украсть это все, пришли с ножами и прочим инструментом, но в первый день они увидели, что какая-то великая личность, Вайкунтха Паршат, вот они смотрели, он ест, спит, и много там других великих личностей, и какие-то стражники, увидели каких-то охранников у него, и вот ушли в тот день. Следующий день опять пришли, и опять увидели, что Нитянанда спит. И вот говорится, один человек может, в общем, какие-то могучие стражники были, они испугались их и ушли. И в другой день они пришли, чтобы украсть эти украшения, но в итоге, по желанию Йогамая, слишком ветрено было, дождливо, в итоге они не смогли из-за непогоды ничего сделать, и в итоге этот лидер этих
разбойников, он понял, что может он необычный человек. И он начал помнить лотосные стопы Нитянанды. О, Нитянанда, спаси нас, мы. Ты показывал нам свое богатство, великолепие, но мы были в Майе и не смогли ничего понять. Хотели обокрасить тебя, украсть все твои украшения, но в итоге мы поняли, что ты не какой-то обычный человек, и мы принимаем прибежище у тебя. И как только он это произнес, вся непогода закончилась, этот Брахман пошел, принял омовение в Ганге, принял прибежище у Нитянанды, и таким образом Нитянанды, он очищал всех, даже Джагая Махая. И вот, если не было бы Нитянанды, то не было бы возможности для Джагая Мадхая очиститься, они никогда бы не очистились. Таким образом, все время слава Нитянанды Баларамана очень важна. И вот кто-то критикует Вриндавана Стакур Махаши, говорит, если кто-то критикует Нитянанду Вадхута, не поняв славу Нитянанды, то я тогда могу ударить его. И вот Вриндавана Стакур приводит много свидетельств, даже если после этого они хотят критиковать, не понимают это татвы. Даже Сачимата говорит Нитянанде о ее славе. Сачимата может понять татву Нитянанду, татву много раз. Сачимата говорит, я видела Нитянанду. И с его плугом, и однажды Нитянанду Гуранга пригласил принять прасад в случае читания Бхагавата. Есть, и там можно найти, что когда Сачима служила прасаду, много раз она. И Кришна Баларам, они спорили друг с другом. Кришна. И вот служа с прасадом, Сачимата видела то, что Нитянанда и Гуранга, Кришна Баларам. И вот, в общем, прасад там, в общем, там Сачимата упала, прасад уронила, и Гуранга спросил, мать, почему ты упала тут на ровном месте, что случилось? И Сачимата ничего не могла сказать, она просто тряслась, и таким образом Баладев, он много говорил о сокровенной татве, и сейчас Нитянанда Прабху, он предался лотосным стопам Гауранги. И вот Нитянанда, когда встретился с Гаурангой, то после этого он обнял Гаурангу и как будто, в общем, обнял его. И Гауранга Махапрабху однажды сказал, различные настроения Гуранга являл перед тем, как принять саньяс. И вот однажды он говорил, где же мой халмушал? Гуранга, он являл настроение Нитянанды, этот плуг. Спрашивал, где мой плуг? И Нитянанда дал ему какой-то плуг. Как, где, и когда, никто не понял. Кто-то может так убедить, что Нитянанда отдал свой плуг, и потом он просил какой-то напиток, но это на вино похоже, но это не вино, а напиток Кришна Према. Люди думают, Гуранга просит какое-то вино, но слово похоже было, но нет. Гуранга Махапрабху, он просит. Give me Baruni, Baruni, but one, no,
Барони. Барони значит какой-то напиток. Баладев, который пил. Это не вино, но что-то. В общем, напиток какой-то. И когда Гуранга Махапрабху сказал, и вот ему принесли горшок воды из Ганги, и Нитина, и Гуранга иногда являл настроение Баларама, Варахи, Нарисимхи. И вот так или иначе. Но главное о том, что я хочу сказать, то, что нет недостатка саньясы в Нитянанде. Когда Махапрабху принял саньясу, Нитянанда тоже был там вместе с Гурангой. До Катвы они ехали, потом во Вриндаван поехали, и Нитянанда, он привел Махапрабху в дом Адвайта Гасайи, и так Нитянанда помогал ему. И Нитянанда Прабху, он помогал Шачима прийти в дом Шачимата в Шантипури, и потом, когда Нитянанда ушел, ушел в Нилачалакшетру, и Нитянанда также пошел туда, и между этим что случилось? Шивананда Сен, все преданные пошли туда, и в то время в Сварана реке, река такая. Читание Бхагавад Сварана река, в другой книге Чандра Бхагавана мы не должны сомневаться, поскольку наши тикакары, те, кто пишут комментарии, они говорят в различных калпах. Может, в этой калпе в одной реке, в другой, в другой, как Кришна Калия Даман Лила. Кто-то говорит, что Калия Даман Лила здесь, кто-то там, и нет, не должны спорить на этой теме. Какие-то калпы Кришны, Вастахаран Лилу, например, два места, и Калия Даман Лилы тоже два места. Я совершал Чурасика Роши Парикраму раньше. И вот мы не должны спорить насчет этого, поскольку в одной калпе комментаторы пишут, что лила здесь проходила, другая там. И вот таким образом в Чандрабхаге Гуранга Махапрабху, он принял омовение в реке и дал эту данду Нитянанде, позаботься о ней. И когда Гуранга Махапрабху вернулся, Махапрабху обнаружил, верни мне данду, где она? И Нитянанда, он дал эту данду, разломанную на три части. И Махапрабху сказал перед Нитянандой, я, вот упали мы на данду, сломали на три части, я ее в Гангу выкинул. И вот я выкинул ту данду в Гангу. Как ты выкинул данду в Гангу? Да. Что делать? Сломалось. И тогда Махапрабху явил лилу гнева. Я не могу находиться с тобой. Я не могу, в общем, ухожу. И вернусь. Или иди вперед, вперед, я за тобой пойду. И вот все преданные так следовали за Махапрабху. Тут чуть-чуть раньше пошел, и вот они достигли Нилачала. И Махапрабху уже был там, увидел чакру Джагнат Мандира, и также Нитянанда Прабху пошел, они узнали то, что один саньяси, он получил даршан Джагнатха, упал без сознания, и Сарвам Бхаттачарья в его домой
отвез, и вот Нитянанда и вся эта группа, они решили пойти сначала к Махапрабху перед посещением храма Джаганнатха, поскольку Махапрабху, он и есть сам Джаганнат. И вот они пошли в дом Сарвабхаума Бхаттачарьи, и вот в начале всего они пошли в этот дом Сарвабхаума Бхаттачарьи, чтобы встретиться с Махапрабху, увидели, что там Махапрабху лежит без сознания. И так или иначе, они пытались обнаружить, живой он или нет. И вот они взяли какое-то перо и поднесли к носу, увидели, что он дышит, хотя внешне незаметно. И таким образом Нитянанда, даже в Нилачал-лиле, также Махапрабху, он помогал Гуранге все время, и таким образом Нитянанда всегда был во время Радха-ятры или нет во время Радха-ятры. Кто может контролировать Махапрабху? Махапрабху танцует. И когда Махапрабху упал, то Нитянанда Баларама не поймали его, поскольку никого не было. А он Анантадев, я начал с этого, поскольку нет основы Анантадева. Если мое сердце и душа, они очень скверные, если наше сердце, оно так мало и корыстно, то в этом случае что делать? И когда мы призываем Господа войти в наше сердце, перед этим мы должны призывать Анантадева. Он служит основанием, троном для того, чтобы туда явился Джаганнат. Во всех лилах, в Кришна-лиле, в начале всего, Баладев является, и после этого Кришна является. И здесь также сначала Вишварупа, а потом Гуранга. И такова система в начале всего. Они могут прийти и очистить все это место, и таким образом Севактатва, они являют свою Севу, и Нитянанда. Во всей Нилачал-лиле Нитянанда, он помогал Гуранге Махапрабху все время, и бесчисленные лилы можно видеть в доме Шива Сангана также. И но никто не может понять тату Нитянанды, поскольку в Шривасангане, в Малинима, она кормила его, очень это запутано. Материалисты, они имеют материальное представление, сердце очень скверно, но Малини, когда она смотрела на Нитянанду Баларама, молоко из ее груди автоматически текло, но скверные люди не могут это понять. Так много лил, не одна. И вот если вы не можете понять настроение Нитянанды Баларама, то вынуждены будете превратно понять его и никогда не сможете совершать Кришна Баджан. И вот таким образом Гуранга Махапрабху помогал в Нилачал-лиле. И однажды Гуранга Махапрабху, он консультировался с Нитянандой, и о чем никто не знает. Гуранга Махапрабху, он с Кришна Чайтанья Махапрабху обсуждал что-то сокровенное с Нитянандой, но никто не понимал этого, что они обсуждали. Преданные, они могли понять, что это Гуранга Махапрабху хотел, поскольку Верховный Господь, он может сделать все. Верховный Господь по желанию Верховного Господа Нитянанда совершает все свои лилы. Он совершает саньяс-лилу. Когда Гуранга Махапрабху явил свою лилу, что иди в Бенгал и ты проповедуй там. Но по указанию Гуранги Махапрабху Нитянанда явился и вынужден был жениться на Джанаве и Васуде. И вот кто это?
в Баларам Лиле, Ревати и Варуни, две жены Баларама, и вот Джанва и Васуда, и их особенность в том, что Анангаманджари и Баладев, Нитянанда, и Расалила, она тоже, но он в форме Шакти, в форме Анангаманджари, и в форме Анангаманджари Баладев. И вот Ревати Варуни, в общем, особенность там Джахна и Мата Такурани. Она Вишна Прия, Ганга Мата Такурани, они все ачарьи, вроде женщины, но они наилучшие из ачарьи Ганга Мата Такурани. Вишна Прия Деви, они все великие ачарьи. Все время они являются такой ачарьей, мы должны помнить их, они внутри саньяси, а внешне нельзя найти. И вот так или иначе, обычные люди не понимают, они критикуют. И вот свадьба Нитянанды произошла по желанию Гуранги Махапрабху. И вот таким образом массивная проповедь происходила. От дома к дому Харидас Такур проповедовал и Нитянанда Прабху. И в горы Лили, в Навадвип Лили, во время того, когда Кази выступал против них, пытался запретить Сангиртану, и в то время Нитянанда там был, можно изучать Чайтанья Бхагавату, Харидас Такур, Нитянанда, все они там, можно изучать Чайтанья Бхагавату, там увидеть. И вот они пошли, организовали процессию к дому Хази, чтобы и Махапрабху явил такую мурти, кто может остановить меня, совершать киртану Шивас, чего же боитесь, если я вдохновлю Кази, он может прийти и арестовать вас, я везде. И Гауранга Махапрабху пришел. И вот он пришел с Санкиртаной, открыл дверь и видит, что Шивас сидит и боится этого Кази. И вот по желанию Гауранги Махапрабху, Нитянанда, он приходил. В общем, он приходил в Пури, но Гуранга говорил, что не нужно так часто приходить. Лучше проповедуй в Бенгале, зачем тебе каждый год приходить в Пури. Но все же в Чайтанья Чаритамрите говорится, что Нитянанда все равно нарушал наставление его и приходил в Пури, чтобы увидеть его из-за преполняющей его премы. И вот Гоштапурна, он отверг Рамануджачари 18 раз, а на 19 раз он дал ему посвящение. Но дался наставление, чтобы никому не открывать эту мантру. Но Рамануджачари сразу же, как вернулся, начал кричать эту мантру. И человек 80 услышало, и Гуру Радхав его разгневался. И сказал, я же тебе сказал, не говорить эту мантру никому, почему ты говоришь, ты в ад попадешь. Гурудев Гоштапурна был очень гневен, я сказал тебе не говорить эту мантру,
почему-то открыл ее другим, ты в ад попадешь, кому же через колодов. Я малое творение. Если эти 80 человек могут избавиться от материального рабства, а я в ад попаду, то что плохого в этом, я готов. И Гоштапурна тогда понял мягкое сердце Рамануджачари. И тогда Гоштапурна понял, что это не какой-то обычный человек, его сердце очень велико, и позволил своему собственному сыну принять дикшу у Рамануджачари. Годов Рамануджачари, это он Пурначарья, но мантра Рахасья, мистерию мантры, он получил от Гоштапурны. И вот Гурудев его очень доволен был его ответом, что позволил своего собственного сыну принять дикшу от Рамануджачари, понимаете? И вот смотрите, сколько вера. И таким образом Рамануджачари достиг успеха. И хотя вот сделал, что противоречит наставлением Гурудева, и открыл мантру всем ради их спасения. Он сказал, что если они спасутся благодаря этому, то я готов отправиться в ад. И тогда Гоштапурна понял, и таким образом. Это сокровенное и Нитянанда Прабху. Сейчас совершает такую лилу. Перед обычными людьми он дарует прямо всем. И почему Нитянанда женился? Обычные люди критикуют его насчет этого и не понимают. И Саньяс Дандана Камандала, она я уже говорил, когда Нитянанда пришел в Гуранге, и потом эту Данду и Камандалу сломал, и из-за экстатического чувства любви он выкинул их. И что толку? Он саньяси и о этой Данде. Данда сломана Нитянанды. И Нитянанда сломал эту Данду на три части. Три части значит, почему не на две? Нитянанда Прабху, он разломал Данду Гуранги на три части. Три части значит, хотел дать, показать кая, мана, ваки, ум, тело и речь, умом, телом и речью. Обусловленная душа может принять саньясу, если она может контролировать ум, речь и тело. И таким образом, одна данда значит наказание, палка на санскрите значит. И вот данда значит как палка из дерева, но не можем это значение. Данда значит наказание. Саньяси, когда он принимает триданду, значит, он наказывает свое ум, тело и речь, как в случае с триданди саньяси Бхагаватам. И вот триданди саньяси Бхагаватам. И вот этот триданди саньяса одобряется Бхагаватам, много раз говорил умом, телом и речью мы. Должны наказывать свое тело для того, чтобы, имеется в виду, всегда быть заняты в служении полностью, чтобы не было времени слушать наш ум, тело и все остальное. Мы должны быть полностью поглощены служением, что у нас не будет возможности отвлекаться на что-то постороннее. А то обычно люди всегда находят какие-то преграды, препятствия, почему что-то не делать. Но когда наш ум находится у лотосных стоп Верховного Господа, никакого вопроса неудовлетворения не может быть. И таким образом данда значит наказание. Те, кто принимают саньясу, для них это применимо. А если они занимаются всякой ерундой после принятия саньясы, то это плохо. Шрила Прабхупад говорит, они будут серьезно наказаны. Даже обычные люди не получат такого сурового наказания. И таким образом данда была сломана Нитянандой. Много раз Гуранга Махапрабху говорил.
я нахожусь под твоим контролем. Это так. Нитянанда следует Гуранге, но Гуранге Махапрабху много раз говорил, не единожды, а много раз. И вот там мы можем найти то, что... И вот Махапрабху говорит, я нахожусь под твоим контролем, и когда Махапрабху хотел отправиться в Южную Индию после принятия саньяса, Нитянанда говорит, и вот Нитянанда говорит, о Прабху, возьми меня с собой, я знаю все дороги. И Прабху засмеялся, да, я возьму тебя со мной. Хорошее предложение. Я танцую по твоей воле. Если мы пойдем вместе, я иду ради особой цели распространить прему. И вот после этого Гуранга Махапрабху сказал, ты сломал мое дандуево настроение в том, что там описывается Нитянанда Прабху и Гуранга. И вот Гуранга, когда пошел принять омовение в Ганге, Нитянанда взял его данду, поскольку ему дал ему сторожить эту данду. И взял, Нитянанда взял эту данду, начал смеяться. И с этой данды Нитянанда смеялся и говорил, о ты. Нитянанда как сумасшедший говорил с этой данды. Я... Я поместил моего Господа внутрь моего сердца, а ты? А ты, Данда, как ты смеешь, Махапрабху сможет носить тебя, и выкинуть тебя? На Бенгале говорится. И вот Нитянанда говорит, о, Данда, ты... Глупо, я моего Господа ношу, мое в сердце, и этот Прабху, который мой Прабху, как он носит тебя, я разломаю тебя. И вот куда Данда ушла, неизвестно, и все остальное время Махапрабху ходил без Данды. Экданда для Махапрабху очень хорошо, поскольку Ахам Брахмасми. И вот Экданда значит Ахам Брахмасми. И Махапрабху может сказать, так Махапрабху, он Парабрама. Если он принял Экданду, то ничего плохого. Но другие ачарьи, они принимают Экданду саньясу, Шрила Прабхупад пишет, много людей. И вот Прабхутананда Сарасвати Пад. И много спутников Гуранги Махапрабху, они, Брахмананда Бхарати, они с Экданды, но в этих комментариях Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати пишет, и вот в то время влияние Дашанами Саньяси было, Дашанами значит этим. А наш Аштотарашата 10 имен саньяси. То есть наши саньяси это Аштотарашата 108 имен. И вот там мы должны выбрать эти имена. И вот мы должны выбрать одно из этих имен для принятия саньяса. И таким образом Шрила Прабхупад говорит, хотя мы можем найти Мадхавинда Пурипад и Шар Пурипад, они все саньяси, но не парамахамсы. Но их саньяса не значит, что они майявади. Они полны бхакти, полны премы. И Шрила Прабхупад говорит, в то время влияние этих Дашанама Саньяси было очень велико. В то время, в те времена, о которых я говорю,
Майавади саньяси, Дашинама саньяси, Майавад саньяси. Они очень влиятельны были, поскольку вся Индия практически, особенно южное индийское направление, оно было захвачено Майавады. Естественно, кто принимал саньяс, они принимали саньяс в этих Майаваде. Но вот Экданда саньяся. Но вот Махапрабху думал, что хотя внешне можно найти это одна дандовую саньяси, но внутри этой одной данды есть три данды: кая, мана, авакья, тело, ум, тело и речь. Мы должны принять саньяс умом, телом и речью. И вот таким образом, когда Гауранга Махапрабху снова и снова просил: «О, Шрипад, ты должен вернуться в Бенгал, поскольку нет никого. Ты очень влиятельная личность, и с помощью вас, о, Шрипад, не надо приходить в Нилачал, ты Нитьянанда Баларам, ты могущественная личность, и ты самый достойный кандидат. Но Нитьянанда, он нарушил указания, поскольку, но это не специально, а благодаря преполняющей его любви. И Прабху говорил: не приходи сюда, нет, я пойду, чтобы увидеть твою лотосную стопу. Это была такая прямая, это не нарушение наставления Махапрабху, но так или иначе, когда Гауранга Махапрабху пришел сюда и явил различные лилы, и тем временем в Саптаграме, здесь, там, в различных местах Махапрабху являл такие лилы, распространял прему Удхарандати, Миткетан Рамдасу и прочим бесчисленным спутникам Нитьянанды, те, кто новые, и остальные, какие-то вечные, какие-то новые. Поскольку, если мы скажем, что все приняли прибежище Нитьянанды вечно, это не так. Но новые, то есть эти преданные, они не только что, имеется в виду, не все преданные, они паршады, а есть еще те, кто спасаются, поскольку если просто Господь пришел со своими спутниками и ушел, и никого не спас, то это неправильно. Он пришел, чтобы спасти тех, кто находится здесь. И вот... И вот Рагхунат Дас Госвами, он хотел уйти из дома, но его не отпускали. Отец был очень могуществен, отправлял каких-то охранников, чтобы его назад вернули. И таким образом, в итоге, ему надоело, и Махапрабху, когда пришел сюда, он встретился с Махапрабху. И вот Махапрабху сказал: возвращайся домой. На Бенгале говорится: будь спокоен, возвращайся домой, обусловленная душа постепенно. И когда Рагхунат Дас Госвами, обусловленная душа, но Махапрабху говорит такую сиддханту для нас: не беспокойся, возвращайся назад домой. И ты получишь шанс, Бхагаван даст тебе шанс, не беспокойся. И по наставлению Гуранги Махапрабху он пошел домой и разговаривал с... И они подумали, что их... сейчас ему... он передумал принимать отреченный уклад жизни и...
решил жить дальше дома, но Махапрабху ему сказал, чтобы он вел себя как обычный человек, но внутри взращивал огромную любовь к Верховному Господу, но внешне вел себя как обычный человек, чтобы никто его не поймал. И вот Махапрабху сказал Рагунатху Дас Госвами: внутри твоего сердца сохрани бхакти, не нужно выставлять ее на показ, как Шрила Прабхупад. В итоге они общались с другими людьми, чтобы дать им бхакти. Как много вопросов приходит ко мне, я отвечаю. И это тоже служение, отвечать на вопросы. И вот этот саньяси, эти домохозяины, они тоже делали, совершали лок в Яваха. Если бы люди, саньяси не разговаривал ни с кем, то что толку проповедь, значит, нужно разговаривать, помогать. Если люди думают, что не нужно ни с кем говорить, что толку, то это не настоящий проповедник. Мы должны вообще говорить с людьми, но будьте осторожны. Осквернение не должно быть в нашем сердце. Мы служим Гуру Варге, это тоже проповедь. И вот Шрила Прабхупада Бхактивинода Тхакур Гуру Варга, когда бы они не приходили в контакт с обусловленными душами, это не значит, что они совершают асатсангу. Кешава Госвами Махарадж, Сиддхартха Госвами Махарадж, кто нет? Кто-то за ней отвечает на вопросы, говорят харикатху, меняют сердца людей и обретают бхакти таким образом. Люди и Гуранга Махапрабху, Нитянанда Адвайта, Харидас Тхакур, кто нет. И это тоже наша обязанность, мы гаудии. Не только пойти в уединенное место и совершать харинам там, нет, нужно также помогать другим, проповедовать. И таким образом Рагунатха Дас Госвами вернулся домой и очень организовал все так, таким образом, чтобы никто не подумал, что он собирается принимать отречение. И вот все родственники обрадовались. Но после этого Гуранга Махапрабху дал указание. Но когда Нитянанда Прабху пришел сюда, в Панихате, в то место, в Кхарде, Нитянанда женился и в Кхарде жил. И там Нитянанда Прабху проповедовал Харинам Махамантру везде. И однажды Нитянанда Прабху вместе со своими спутниками Рагав Пандит, может, вы слышали о нем, в доме Рагав Пандита, и вот Нитянанда можно видеть в трех местах, и все время, если вы не слепы, вы можете видеть в доме Рагав Пандита. Потом, когда Нитянанда танцует, он тоже является там. Однажды, когда Нитянанда сидел под баньяновым деревом, я был там в то время, но те сахаджи, они захватили это место, я не хочу там быть. Однажды я в своей жизни пошел, там одни сахаджи обмазались этим горчичным маслом и танцевали. Одни сахаджи ели рыбу, мясо. И вот это Дадхичира Утсав там проходит. И однажды Нитянанда Прабху, как этот фестиваль появился, вот Нитянанда Прабху сидел под баньяновым деревом, можно увидеть там Баларам Нитянанда, и постепенно
все преданные, они танцевали перед Махапрабху, и один преданный сказал Господу: «О Господь, Рагунат пришел. Где Рагунат? Где же ты? Рагунат там». И Рагунат пришел, Нитянанда начал смеяться: «Да, ты вор, ты ушел от меня, я поймал тебя, куда же ты идешь?» И когда Рагунат принес полный распростертый поклон Баларам Нитянанда, они поместили свои лотосные стопы на его голову. Все начали радоваться: «Теперь ты достиг успеха, Баларам Нитянанда. Поместили свои стопы на твою голову». И сказали, Гуру Махарадж также сказал: сказали, что я накажу тебя. А тот сказал, что да, я готов принять любое наказание от вас. Смотри, тысячи людей приходят сюда, ты должен всех накормить их. И так он организовал Датхичара Махотсав. И сандеши, сладости, особые эти сладости. И Нитянанда Прабху дал указание, что Рагунат организует весь просад для вас. И вот он это сделал, и Нитянанда Прабху, сидя там. И вот это все принесли все, всю еду в глиняных горшках. И после этого и вот принесли множество глиняных емкостей, горшков с этим подношением. Нитянанда разложил туласи на все, начал медитировать. Никто не знает почему. Нитянанда позвал Махапрабху: «О Махапрабху, приходи сюда и принимай все подношение». И после этого Нитянанда увидел, что Махапрабху уже пришел. Из Пури Махапрабху он явился, и тогда Нитянанда сказал: «Сиди здесь». И после этого вот Чира, Дахи и прочее все было там, и Нитянанда, он начал предлагать это Гуранге. И что за лила, никто не знает, но всего лишь несколько преданных видела по своей удаче. И так или иначе, после этого Пранами также Рагунатх Дас Гасай попросил: «Рагав Пандита, ты старший, я не знаю, как выражать почтение всем преданным. Пранами значит выражение почтения, даже в Раджасуи Яге также Пранами. И Пранами не значит просто деньги, деньги, Пранами значит выражение почтения. Все риши муни с прежних дней в различных ягьях, раджасуи яги тоже не получали пранами. И здесь также Рагунат сказал: «Ты старший, объясни мне, как, что делать, объясни величие и уровни вайшнавов, как выражать почтение им». И после этого Нитянанда Прабху плакал, и Рагунат плакал перед Нитянанда, Нитянанда смеялся. И сейчас путь открыт перед вами. Рагунат плакал: «О Господь, каждый раз я пытаюсь лучше сделать все, что могу, чтобы уйти из дома, но мой отец и брат, они ловят меня». И Махапрабху говорит: «Сейчас ты можешь обрести возможность, никто не может поймать тебя. Кришна сделает все». И действительно, и Нитянанда Прабху, он предсказал:
ты можешь идти и получить даршан Махапрабху. Махапрабху может принять тебя, и Махапрабху может передать тебя лотосным стопам Сварупы, твоего гуру. Махапрабху, он возьмет тебя и отдаст Гасаю, о Сваруп, позаботься о нем. Позаботься о Рагунатхе. С сегодняшнего дня так много Рагунатхов в нашей группе, а с сегодняшнего дня это Рагунатх Сварупы ты будешь. И вот Махапрабху таким образом попросил Сварупа, ты можешь принять прибежище у него. Прибежище значит Шикшагуру, поскольку Рагунатдас Гаса, его отец, все они получили дикшу от яду Наданачари, когда были дома в Саптаграме, они уже получили дикшу от яду Наданачари. Это случай, который я хочу рассказать. Яду Наданачари, однажды он пришел в то место, хотя его отец, мать и другие родственники, они пытались как-то его охранять, чтобы Рагунатх не смог никуда уйти. И когда Рагунатх явил такую лилу, что все эти родственники его подумали. Что на домой собрался оставаться дома. И вот в 4 утра этот Рагунатдасачарья сказал Пуджари, нет, Пуджари ушел. И тот сказал, и вот когда тот, ну, в общем, рано утром он ушел из дома и ушел таким образом, что за короткое время это невозможно было его найти. Всегда, если за день проходить по 20 километров, в общем, Махарадж рассказывал, что преданные, когда ходили в Нилачал к Махапрабху, вот они собирались со всех деревень и шли. Но поскольку было много пожилых, повозок, детей, быстро они не шли. И вот они шли километров 20 в день, проходили, и таким образом долгое время их путешествие занимало. Но еще не каждый день ходили, они надо отдохнуть, экадаши соблюсти, то есть все. В итоге достаточно долго. И вот смотрите, все ходили в Пури и возвращались, это тоже время занимало. То есть, грубо говоря, месяц туда, месяц обратно, а то и больше, если не спешите особо. Смотрите, как они любили Гуранга Махапрабху. Гуранга Махапрабху, он их сердце. Наш баджан, к сожалению, он как подобен какой-то игре. Если грубо говорить, то мало кто поймет, но мы должны говорить, иначе как обрести шанс. Гуру-таттва мы должны понять, гуру-таттву должны совершать баджан очень. И в жизни, во всей жизни, если мы сможем избавиться от анибхилаша, это тоже вроде бы что-то большое, если мы хотим обрести лотосные стопы Верховного Господа, что мы должны сделать? Не каждый может это все сделать. Я хочу рассказать постепенно, что нужно для этого. И Рагунатх, он за
11 дней прошел, причем ничего не ел, тут только молоко, и то не каждый день. И вот он спешил, бежал, чтобы никто не поймал его не по главной дороге, а по какой-то этой второстепенной. И вот этот Рагунатх, он шел через какую-то эту дорогу, не главную, а это, в общем, черным путем шел, чтобы никто не заметил. И вот Говинда сказал, что вот Рагунатх с такими трудностями пришел. Точнее, Махапрабху сказал Говинде, чтобы тот позаботился о Рагунатхе, поскольку тот с такими трудностями пришел. И вот он, когда пришел, он задал вопрос, Махапрабху сказал: «Я уже сказал тебе, что Сваруп, твой гуру, он великий пандит, я не знаю столько татвы. Сваруп, твой гуру, ты можешь много узнать от него. Даже я не знаю столько, сколько знает он». И таким образом, смотрите, по благословению Нитянанды Баларама, бесчисленные преданные, поскольку это Нитя Лила, почему я говорю, поскольку Нитянанда Лила, и сейчас она происходит, Нитянанда Дадхичара Лилу совершает. И сейчас можно видеть Лилу Дандабанги в какой-то браманде. Это лилы в различных брамандах всегда происходят. Сейчас в одной браманде Нитянанда является сегодня день явления Нитянанды. Это действительно так. Сегодня Нитянанда является в какой-то браманде, может, в этой браманде он 550 лет назад явился, но это в другой браманде у нас сейчас является. И вот мы должны помнить эту шлоку, с которой начал и Вриндавана Стакура Махаши хотел прояснить то, что Гуру Нитянанда не отличны друг от друга. Если вы сомневаетесь о Нитянанде, то вы умрете на духовном пути. Несколько случаев я могу сказать. Вот Менкетан Рамдас, он внутренний, этот вечный спутник Нитянанды. Менкетан Рамдас, он был приглашен нашим Кришнадас Кавираджем Госвами. Когда Кришнадас Кавираджем Госвами был там в Брдамане, Чематпукури, название деревни, там Кришнадас Кавираджем Госвами, он был раньше дома, но были божества, дома организовали праздник, и в одном празднике этот Менкетан Рамдас был приглашен. И он был с Дандой, всегда ходил как Нитянанда. Если он кого-то ударил Дандой, то такие люди были очень удачливы, они обретали Кришна Прему. И вот он, если ударил кого-то Дандой, это значит, что человек обретал Кришна Прему. Будьте осторожны. И таким образом он как был как опьяненный, и многие встали, выразили почтение ему. Но одним пуджари гуна, какой-то Мишра, в общем, он не выразил почтения, и Менкетан Рамдас сказал: «Ты Ло Махаршан Сута, который не встал, когда Баларам пришел на Мишаранью, Ло Махаршан Сута не выразил ему почтения, ты подобен ему». И вот вопрос может возникнуть, как Менкетан Рамдас мог такое сказать? Он не Баларам, а Менкетан Рамдас. Мы не должны так говорить, но смотрите. Сиддханта в том, что Менкетан Рамдас говорил, что по желанию Нитянанды он пришел сюда по его вдохновению, и Нитянанда, и тот носит Нитянанду в своем сердце. Менкетан Рамдас, он носит Нитянанду в своем сердце, и Нитянанда, несомненно, пришел. Когда Менкетан Рамдас пришел,
Если он приходит, то будьте уверены, с этим Винкетом Рамдасом Нитянанда также приходит. И пример могу привести, если вы оскорбите какого-то великого преданного ученика, какого-то великого ачарья, который следует своему Гурудеву, это значит оскорбление его Гурудева также. И в этом сиддханте можете попытаться в своей жизни. Если вы оскорбите какого-то подлинного вайшнава, это значит также, что вы оскорбляете его Гурудева. Поскольку Гурудев всегда в сердце своего подлинного ученика. И таким образом Нитянанда Прабху являл различные лилы и различными способами. Нитянанда Прабху служил Верховному Господу бесчисленными способами, но он есть симхасана, на котором Господь находится, Господь, Дама, и все. Но он олицетворение также священного шнура, подпадоков, короны, одежды, абсолютно всего. Все, что мы можем представить, это олицетворение Анантадева Нитянанды. Это все Нитянанда Таттва. Только Бхагаван Шри Кришна, Баларам. Все, вся таттва — это Баларам Таттва. Только у Кришны Бхагавана есть только воля. А все остальное делает Нитянанда Баларам. Кришна Баларам обладает только волей. Он желает что-либо, это огонь, а все остальное, вся дхамма, все, что мы можем представить, даже в этом материальном мире также. Поскольку прямо или косвенно Баладев, он Мул Санкаршан Баларам, кто является Валилой с Кришной, он зовется Мул Санкаршан, а второй Маха Санкаршан. Понимаете? Он Мул Санкаршан. И таким образом можно найти четырёх, четыре угла. Первый Санкаршан, потом Маха Санкаршан, Мул Санкаршан, Прадюмна, Нирудха, Васудев Санкаршан. Все эти. И там можно найти Пуруша Аватар Карнана Вашая, Вишну. Потом Гарбхудакаша Вишна, Ширадакаша Вишна. И все творение, даже вот об этой шлоке я говорил в Таттве Адвайта Гаса. Вся эта изначальная таттва, она исходит от Бхагавана. Как? Я пример приводил, можно вспомнить, как паук. Он, когда плетет свою паутину, когда заканчивает плести, то он пропадает свою паутину. И также во время творения все составляющее творение в тонкой форме исходит из Махавишну, и Махавишну это все творит. Майя Деви, она творит по указанию Махавишну, и когда все творение разрушается, также все составляющее это разлагается на первый элемент и входит внутрь Махавишну. Я уже говорил о том, когда три гуны материальной природы находятся в гармонии, они зовутся Пракрити, и по желанию Бхагавана Калашакти. Когда дисбаланс создается, то гармония нарушается, махататва появляется из махататвы, потом все остальное творится, и так все творение происходит. Но когда Бхагаван хочет уничтожить все творение, то все эти все все, в общем, складывается и раскладывается. В общем, одна татва исходит, ну как матрешка,
одна исходит из второй, вторая из третьей, третья из четвертой, так это складывается и раскладывается. И в итоге это все. И все это, в общем, складывается одно в другое, получается подобно баньяновому дереву. Вот в Калькутском ботаническом саду есть баньян, ему очень много лет уже, непонятно откуда оно выросло, огромнейшее дерево. Я вот был в Наймишаране, также на берегу Гомоси, Ганги, где там, где было собрание Бхагавата, там, где Сукадев Госвами говорил Бхагавата, там я вот был в том месте. Сейчас я в Махараса особо не путешествую по святым местам. Отсюда можем совершать служение, увидеть это место, и вот таким образом. Все творение, когда оно растворилось и вошло внутрь этого Махавишну, оно... И вот это научное должно быть обсуждение, что люди могут сказать, все творение, куда оно может свернуться, оно в форме семени, может быть, как вот из одного маленького семечка вырастает гигантское дерево баньяна, а это семя этого ашатха баньяна, оно в 10 раз меньше, чем семя горчицы, но и вот это плоды дерева баньяна едят птицы, потом они испражняются этими семенами, и оно прорастает, такое маленькое семечко, но такое гигантское дерево вырастает. И почему вы сомневаетесь в способностях Господа, что Он может из малого сделать великое? И вот из физики также формула такая есть, что чем больше плотность, тем меньше объем. Все это в обратном пропорционально друг другу. Как пример, если у нас 5 литров молока. Если это молоко будем варить, оно варится, станет сгущенкой, как во вредовании готовят, то эти 5 литров молока, они могут стать все меньше и меньше. И таким образом в физике говорится, что если вы увеличиваете плотность, то объем уменьшается. Если объем ну, в общем, чем больше объем, тем меньше плотности, наоборот. Если я спрошу, вот, например, это ртуть очень большой плотностью обладает. Если налить литровую бутылку, тоже не поднять будет, поскольку она очень плотная. Хотя объем небольшой, но тяжеленный. This way, before speaking, I can do. You will have to understand the what is the density of that object. So this way, everything possible. What not possible for Supreme Lord, everything. И таким образом для Верховного Господа все возможно. И вот пытайтесь понять это Сиданто. Без Нитянанды Баларама все пусто. Все буквально ноль.
я имею в виду без гурута, то все пусто, если вы не осознаете, то что делать, все будет нулем, и вы не сможете стать успешными в этой жизни, так или иначе. По милости Нитянанды вы можете избавиться от ложного эго только по милости Гурудева и Нитянанды. Гурудев, он есть Нитянанда Татва, можете избавиться от ложного эго, иначе ложное эго не оставит вас. Any question? No? Doctor coming late. Busy. Anyway. So, any question? What is Deva Maya mean? Deva Maya. What does that mean? Deva Maya means Doivi Maya. Deva Maya means the Maya of Bhagavan, which is impossible to cross over. Дева Майя, значит, Дева Майя Бхагавана, которую нельзя пересечь. Никто не может. Весь мир, если будем искать весь мир и пытаться как-то сравнивать, то найдем всего лишь несколько тех, кто смог пересечь влияние Майя. Это не так просто. Кто-то может носить тело Канхималы, но этого мало, чтобы... Надо посвятить полностью себя Господу, Гуру Татву. Если вы понимаете Гуру Татву, то вы готовы отдать все. А если вы что-то оставляете себя, то не получится.